Результаты, плохие результаты по бакалавру отражают все проблемы в образовании. И с одной стороны, это, конечно, очень плохо, с другой стороны, мы все открыли сейчас глаза, хотя мы до этого говорили, что или знали, что не все хорошо в образовании, но сейчас мы все открыли глаза и посмотрели правде в глаза, если так можно сказать. Проблем или причин много. С одной стороны, мотивация детей учиться. То, что если они много лет им говорили или показывали, что можно получить хорошую оценку без того, чтобы работать, кто станет учиться. Да, некоторые дети продолжали учиться, несмотря на это. Но и были дети, которые говорили, не надо нам учиться. Потом давайте посмотрим, в какой ситуации были учителя. Потому что учитель приходит в класс и говорит, нужно учиться хотя бы для того, чтобы получить хорошую оценку. И тогда ученик говорит учителю, что это не обязательно, что вопросы можно решить по-другому. То есть отсюда пошло очень много нехорошего в образовании. Конечно, есть и, то есть не только отношения детей и родителей, проблема, есть и проблема обеспечения кадрами. Мы не всегда смогли обеспечить школу учителями по всем предметам и так далее, и подготовка кадров, потому что государство не очень много инвестиций сделало в качество преподавания. И, конечно, здесь возвращаемся и к проблеме зарплаты и так далее, то есть и инфраструктура. Все те вопросы, которые мы проанализировали и для стратегии, и для кодекса, потому что мы, когда начали работать над кодексом, над стратегией, мы сначала сделали анализ образования. Вот все эти вопросы, они в некотором мере отражаются в результатах бакалавра.